У меня на Украине офис 20 лет существует. Я его не закрывал, кстати. У меня квартира в Киеве, которая сейчас опечатана, да, я не могу ей распоряжаться, потому что у меня санкции. Это у меня третьи санкции. Первые против меня вел Порошенко, потом в прошлом году Зеленский и в этом году Зеленский. То есть я просто рецидивист. Я ничего не могу там делать, естественно. А квартира стоит закрытая? Закрытая. То есть они зайти туда не могут? Может, и могут, я не знаю, что там будет. Это непонятно. Я в душе, в общем, выделил себе время, что, может быть, когда-нибудь в старости я уже меня подведут с палочкой, скажут, вот твоя квартира, смотри, там будет такая вековая пыль. Или, может, не будет, может, этого дома уже не будет, неизвестно.